какое-то местечко. Я поищу в городе Крамора. Оставайтесь и ждите меня. Ладно? Хорошо. А я не смогу вам помочь. Я знаю как! Как только они отойдут, бегите скорее на лестницу!
Марти должен быть где-то здесь. Думаю, его будет несложно найти. Порядок. Теперь надо найти Крамера. Порядок. Теперь надо найти Крамера. Мистер Крамер. Сейчас будет прикол. Меня зовут Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня к вам есть пара вопросов. Я бы хотел знать, что случилось с Джозефом Брауном. Пошли вон! Слышите? Убирайтесь отсюда! Что вам надо? Свидетель видел, как маленький Джозеф Браун садился в ваш лимузин. С тех пор его никто уже не видел. Я знаю, что вас арестовали и допросили, но один звонок вашего отца, и дело закрыли. А что вы можете об этом сказать? Он заблудился. Я предложил подвезти его. Прибыла полиция. Я объяснил, что произошло, и меня отпустили. Вот и все. Ничего интересного, правда? Не знаю. Почему-то ваша версия неубедительна. Довольно пороть чушь. Придумайте что-нибудь получше. Хорошо. Я мастер оригами. Я сажаю жертв в машину, топлю в дождевой воде, потом бросаю на пустыре с оригами, зажатый в кулаке, и орхидеи на груди. А все потому, что мне скучно, мистер Шелби. А это оригинальное, необычное развлечение. Вы довольны?
Или мне продолжить? Разговор окончен. Уберите его! В опасную игру, Крамер. Знаете, кто мой отец? Он шевельнет одним пальчиком, и завтра с утра вы не проснетесь. Это вам стоит бояться, мистер Шелби, не мне.
Стекло. Битое стекло. Острое, как бритва. Назад пути нет. Придется ползти вперед. Попытаюсь ползти медленно, чтобы не так сильно пораниться. Пламя спички укажет, откуда идет воздух. Я смогу узнать, куда мне двигаться. Я тут подохну, если не найду выход как можно скорее. Ah!
Надо выбираться отсюда. Должен же быть выход. Должен держаться. Ради Шона. Ясно. Похоже, у меня и правда нет выбора. Черт! Черт!